состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности Щелковского муниципального района. Жители выступили с докладами и обратились к главе района с просьбой в срочном порядке решить наболевшие вопросы. Один из них – необходимость установки светофора на пересечении улиц Комсомольская и Сиреневая в Щелкове. С такой просьбой на совещании выступили жители микрорайона Заречный. Они отметили, что необходимость размещения светофора связана с большим количеством аварийных ситуаций на перекрестке, поскольку не все водители следуют установленным знакам. Также через перекресток проходит несколько пешеходных переходов, которыми пользуются школьники и студенты. Комиссия поддержала жителей. Рекомендация направлена в Мосавтодор. Работы по установке планируется провести в следующем году. Вам даем рекомендацию, чтобы при формировании программы на следующий год вы предусмотрели установку светофорного объекта. Я прошу решение тогда комиссии это записать. Обсудили на заседании комиссии и уборку дорог в зимний период. В прошлом году у жителей были нарекания по уборке тротуаров и остановок общественного транспорта, поэтому в этом году планируется увеличить количество рабочих за счет привлечения подрядной организации. Также дополнительно закуплена новая техника для очистки пешеходных тротуаров. С предыдущими ошибками, которые были, нехватка людей, ТДИ исправился таким образом, что на тротуары и на автобусные остановки отыграли контракты. Теперь будет коммерческая организация обслуживать все остановки и тротуары. То есть в этом году будет коммерсант обслуживать? Да. Какая? А средств мало механизации для тротуаров в какие-нибудь закупили? Закупили. Какие? Анты, бобкет, есть пылесосы. Также на заседании обсудили тему оснащения автобусов, провели анализ аварийности на дорогах Щелковского района за последние 9 месяцев и другие вопросы. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».